знаю, какое количество еще жертв необходимо нашим правительству, нашим политикам, для того, чтобы они осознали то, что сегодняшний конфликт в Украине необходимо решать методом мира, а не войны. Именно сегодня, как никогда, учитывая то, что под лозунги пророссийских активистов усиливается криминогенная ситуация, необходимо приходить к диалогу. Необходимо говорить о децентрализации, необходимо говорить и вести речь о каких-то уступках, потому что только методом мира мы сможем решить данную ситуацию. Ну, я считаю, изначально, наверное, когда только конфликт зарождался, необходимо было вести диалог. На сегодняшний день, конечно, много потеряно времени, и учитывая то, что, как я сказала ранее, что под лозунги пророссийских активистов усилится криминогенная ситуация, я уже затрудняюсь сказать, сможем ли мы решить данную ситуацию мира, учитывая то, что так называемые пророссийские активисты, которые почувствовали себя уже хозяинами жизни, захотят ли они складывать оружие. Но я считаю, как бы политики в любом случае должны приходить к диалогу, потому что только диалог спасет нашу страну от дальнейшей эскалации конфликта. Референдум, который провелся на территории Луганщины, да, и на территории Донецка, в первую очередь, ну, естественно, это фейковый, нелегитимный референдум, но однозначно как бы он показатель того, что большинство жителей, да, Луганщины и Донеччины не доверяют как бы киевской власти. Для меня как бы это референдум не показатель то, что мы стали самостоятельными так называемыми регионами, а показатель того, что очень много людей, которые действительно не доверяют киевской власти. Необходимо говорить о статусе русского языка. К примеру, как для меня, русскоязычного человека, я, в принципе, не ограничена в своих правах. Но большинство людей как бы почему-то считают, что вот кто-то их будет ограничивать. Именно поэтому, для того, чтобы успокоить это большинство, да, необходимо говорить о статусе русского языка. Необходимо сегодня, как никогда, говорить о децентрализации. Необходимо, для того, чтобы данный конфликт закончился, необходимо говорить о увеличении полномочий регионов. Важно изменить информационную политику, которая идет с экранов телевидения, потому что данная информационная политика, она в первую очередь как бы несет дальнейшее нагнетание конфликта. В условиях увеличения преступности, в условиях того, когда вооруженные люди стоят на улицах и полнейшего политического хаоса, как бы максимум, что предпринимает наше временное правительство, это изменяет очередного народного губернатора и меняет очередного начальника милиции. Я считаю, что это действительно полнейшая политическая безответственность. Непосредственно моя деятельность связана со средствами массовой информации. Вот и сейчас я была инициатором провести фотосессию за единство Украины. В первую очередь, как бы эта фотосессия не имеет никакой политической подоплеки, но мы просто хотели данным проектом показать о том, что мы разные, но все мы едины, и нас объединяет как бы самое громкое название «Родина Украина», которое каждый из нас должен любить. И вот данный проект, у меня на сегодняшний день 10 моих фотографов просто отказались, они боятся. И вот я им сказала о том, что мы сами заслужили того, что как бы на сегодняшний день ситуация угнетается с каждым днем, потому что мы должны говорить и заявлять о своем мнении. Мы должны доносить о том, что как бы самое главное для нас – это Родина, единство, целостность и унитарность Украины, то, что мы обязаны сохранить.